Так, друзья, это у нас квартира находится на втором этаже. Вот такая красивенная квартира на сдачу. Смотрите, какая уютная. Здесь у нас кухня, кухня большая. А там еще у нас три комнаты. Но сначала мы тут походим. Вот картинки. Стол такой же, как в предыдущей комнате. Что тут у нас? Тут у нас балкон. Открываю балкон. Тут у нас два кресла, столик. Вот такая пальма прям заглядывает в балкон. Обожаю пальмы. Смотрите, финики растут, видите? Красота какая! Вот там вот у нас бассейн, аквапарк. И туда выход на море. Здесь детский клуб. Если у вас есть ребеночек, вы сможете его наблюдать прям. И с той стороны у нас тоже идут бассейны. Бассейны и длинная территория к выходу. Так что вот еще финики. Приезжайте, успейте их попробовать. Так, возвращаемся. Балкон — очень романтичное место, как видите. Можете тут и с людьми общаться, и наслаждаться уютом, какой есть здесь. Так, идем дальше. Столик большой, каменный. Все для семьи большой. Вот холодильник хороший очень. Много ящиков, видите? Много шкафчиков. Все как положено. Так, тут у нас что? Туалет. Тут у нас туалет. Здесь у нас туалет. С левой стороны один санузел. По коридору идем дальше. Здесь у нас второй санузел. Хороший, объемный, светлый. Зеркало одно, видите, большое. Ванная. Все чистенько, аккуратненько. Так, сушилка, как видите, сушилка есть. Полотенце вас ждут. Все хорошо работает. Теплая вода и так далее. Так, здесь у нас большая комната с большой кроватью. Двухместная кровать, тумбочка, столик. Тут вы можете наводить красоту, писать что-то. Шкафчик вот такой рыженький. Кондиционер. Тут у вас балкон и выход на пустыню. Я начала уже любить пустыни. Вообще, это такая большая, мощная стихия. Следующая комната. Две кровати одноместные. Вот такая комната. Тоже у вас столик. Здесь вы можете наводить красоту и решать прочие моменты свои. И третья комната. Тоже две кроватки у нас идут. Тоже столик. Зеркало, кондиционер работающий и маленький шкафчик. Вот, это у нас третья комната. И возвращаемся назад. Здесь у нас тоже какой-то шкафчик можно ставить, что-то тут придумать или просто вещи сложить. И вот возвращаемся назад. Большая квартира, 157 квадратных метров. Большая, хорошая. Вот. Вот такой момент. Вот такой уют здесь. Очень все хорошо. А там у нас получается просто окошко. Телевизор. Видите, телевизор большой. Хороший телевизор. Все как полагается. Так, а ну проверим сейчас пульт. Это я люблю проверять. Так. Пошел. Все, работает, холод пошел, 16 градусов. Все прекрасно. Виктория довольна, выключаем. Я всегда это проверяю. На всякий случай. И посмотрим в окошко, что у нас там в окошке есть. Посмотрим. Окошко открывается. И у вас тут тоже прекрасный вид. Пальма вот уже хочет прорваться в эту квартиру, уже давно хочет. Вот так вот, друзья, поэтому приезжайте, я вас жду, я всегда в вашем распоряжении, всегда буду рядышком с вами, помогу, отвечу на все вопросы,
и, как говорится, буду лучшим другом.